Неповторимая эпоха рок-н-ролла, начавшись однажды, никогда не закончится. И 13 апреля считается Всемирным днем рок-н-ролла. Громко, шумно, с драйвом и на кураже отметили его в ДК «Импульс». Ну, Дом культуры – это не только академический формат. Мы привыкли работать в разных направлениях, в разных жанрах. Ждем молодежь на это мероприятие, ждем любителей рок-н-роллов, гитаристов, музыкантов. Конечно, в России о празднике мало кто знает, и он скорее неофициальный, поэтому его в основном отмечают только сами музыканты и настоящие фанаты рок-н-ролла. Вообще наша банда – это такое олицетворение праздника. Где праздник, там и мы. Где мы, там и праздник. 13 апреля считается зарождением нового жанра в музыке. Более полувека назад Билл Хейли записал сингл «Rock Around the Clock», который и стал основой праздника. Однако запись была 12 апреля, но дата рождения рок-н-ролла все равно считается 13 число. Почему так, история умалчивает. В середине 20 века люди стремились к покою и размеренной жизни. Но время идет, и все меняется. Меняются и стили, меняется и рок-н-ролл. Поклонники рока в день его рождения собираются вместе, чтобы повеселиться, потанцевать, послушать хиты прошлого и спеть каверы на песни известных исполнителей. Есть свой подход к чужим песням. Я надеюсь, что авторы на нас не обидятся за наш подход к их творчеству. У нас свое видение и... Ну, оставайтесь, послушайте. Русский рок зародился в СССР во второй половине 20 века под влиянием западной музыки. Конец 80-х ознаменовался окончательным выходом русского рока из подполья, и до сих пор любовь к этому направлению не угасает. Рок-н-ролл меняется, деформируется, но все-таки самое главное остается неизменным – дикий, мощный музыкальный заряд позитива. Кристина Кристинина, Юрий Добрынов, Владимир Овсянников, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.